Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир. И Кратос с Атреем идут и открывают вот эту дверь. Ребята, мы идем на вершину горы. Так, вершина. Что это? Ну-ка, давай посмотрим. Сейчас какие-нибудь черти могут выскочить. А, точно, прикинь. На, держи. Погоди, погоди, топорик где-то мой есть, волшебный. Хотя, ладно, без топора, давай. О, я жизни-то мало, ребята, ребята, жизни-то мало, меня могут сейчас прибить. Могут прибить, аккуратно, аккуратно побежали. Да кидай ты уже. Ой, этот вообще фиолетовый. А где аптечку-то взять? Вот тебе и брат. Так. Погоди, пока не будем открывать. Давай сундук откроем. Мир тумара, тумана. Откройте мир Нифльхейм. Так, а чё? А если их не трогать, они, получается, и не появятся, да? Ну, нам надо, наверное, с ними разобраться. Можно лезть наверх. Погоди-ка, погоди. Хорошо, одна аптечка хотя бы будет. Хотя бы одна будет. Вот эти... Вот эти штуки можно использовать. Не знаю, как это все получится. Жизни маловато. Можно в принципе... А, ну сейчас нет, сейчас нормально жизней. Давай, выходи, блин. Чувандрос, ты че? Атрей, стреляй по нему, быстрее, 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 фигарь. Давай, давай, будем стрелами сейчас. Я сейчас их прошибу, вот эту броню и всю. Ну-ка, на. Давай, стреляй. Все будет хорошо. Хорошо, все будет хорошо. Посильнее только стреляй. Вот, всех почти поразили. Давай, 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 еще добьем его. Сейчас я ему шарахну еще отсюда, с этой стороны. Давай. Добьем, ребят. И аптечка, кстати, вывалилась. Очень хорошо. Кто еще? Кто еще хочет нарваться? Давай еще достанем что-нибудь оттуда. Отлично. Пыль миров. Супер, легендарный предмет. Закройте разрывы. 3 из 18. Маловато что-то мы разрывов этих закрыли. Ну ладно. Вот и аптечка. Так, а если сюда наверх идти? Что здесь есть? Это была тоже аптечка, да? Получается, можно было выжить с самого первого раза. Ну да ладно. Так, а чё мы эти кувшины-то не позбивали? Оно надо было нам вообще. Ладно, пусть стоит. Все, побежали наверх. Атрей, за мной, быстрее. Быстрее за мной, сын. Мы наконец-то добрались до вершины. Так. Ладно, ползем наверх. Но хватит вам. Молчание уже давит на нервы. Я не молчу, ты же слышишь, болтаю. А здесь холодно. Надо было потеплее маленько хоть одеться. Чё, блин, даже футболку я вот, футболку не одел. А Трей, ладно, чуть потеплее одет. А, я могу быстро бежать. Ну-ка, давай здесь изведаем сначала, что здесь есть. Здесь чувак лежит уже давно. О, это хорошо, сундук.
Откроем. И посмотрим. Мифический браслет ясности. Легендарный предмет. Броня для рук. А если его одеть? А? А если его одеть, восстановление увеличится. Руны зато уменьшатся. Ну и ладно. Давай возьмем, оденем. Почему бы и нет, уже мощнее становлюсь. Так, открывай. Пошли наверх, сын. Почти на месте. Наконец-то. Да, мы на самой вершине горы уже. Это все супер, ребята. Дело близится к своему финалу. Откройте проход в Йотунхейм. Мальчик, руну. Давай, открывай. Сейчас пацан что-то нарисует. Что нарисовал? По ней вырежи. По ней вырежи? В смысле? Погоди, как понять, по ней вырежи? Ну-ка еще раз. Раз. А, подожди, вот эти четыре. Четыре, да, надо дырки? Вон четвертая. Да не туда ты бьешь, вон там, правее. Четвертая. Так. Получилось? Ого. Получилось. Вот и он. Ничего себе тут открылось нам. Он прекрасен, да? Помню однажды... Брат, берегись! В смысле, кто там опять? Что, скучал? А, это этот Балдур, черт, ё-моё. Хорош, ты что делаешь? Беги, сын, за врата! Он мне в ляху вонзил. О, я вот это... Бог. Я справлюсь! Атрей, аккуратно, он же боли не боится. Серьезно? Даже. Бальдер, отпусти их! Возьми меня, я сделаю заговор! Все это время я думал, что мне нужен ты! За что ты меня так, а? Ты просто мясо! Да как так-то, а? Мозгом оказался мальчишка! Сейчас я встану и тебе не поздоровится, понял? Ха-ха, вообще четко! Ты тупой ублюдок! Ты чё там? Уходи отсюда. Не, ну он вообще оборзел. Уходи быстрее, Атрей, уходи. Разумеется, малыш, беги прочь. Пусть твой папочка сам как-нибудь разбирается. Ща разберемся. Пусти! Успокойся! К этому ты не готов. Я готов! Не, ну правда, иди, пацан, отойди пока, а? Дай мужикам разобраться. В смысле? Зачем? Ты дурачок, а что ли, а? Я думал, что у меня семья хреновая. Твой отец прав. Как-то ты ну совсем не готов. Короче, будь так добр, подержи это для меня. Ё-моё, а ну нафиг он вылез-то сюда? Ещё батя взял стрелу, пустил. Атрей! Дурачок, а? Все, полетели, ребят, без парашюта все это происходит. Дракончик. Цепляемся за него. Где он там? Ты никогда не сдаешься! Куда он Атрея дел? На, получи! Да хорош ты, чё? Где Атрей? Стой! А? Трос! Где Атрей? Да уж, ребята, здесь четко все пошло. Так, тихо, что ты делаешь-то, дурачок? Придурочный, ты что, отвали от меня.
Да хорош! Ай, больно же! Да больно же, тебе говорю! Блин, а как спастись? Уклониться влево. Влево надо, влево уклониться. Уклонился. Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Контратака, ребята, пошли. Контратаку. Жизни-то мало остается. Ты что делаешь? Так как так-то? Да блин, надо бить его, ребята. Стоп, ну научили нас, как уклоняться. Только... Ай-яй-яй-яй. На! Все, отвали от меня, дурачок. Короче, когда он кулаками начинает пинать, бить, то есть, надо блок ставить. И в контратаку можно перейти, если он вовремя... Ай-яй-яй-яй-яй, не вовремя. На! Ай-яй-яй, какая карта, ты че делаешь-то? Тащить ему как-нибудь аккуратненько. Да что ты, надо уклоняться. Да блин, он меня так сейчас забьет совсем. Во. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, разошелся. На. Пошел вон отсюда. Сейчас посмотрим, кто сильнее. Великий Кратос или этот недоделок, так сказать. Ну-ка, 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 ну-ка. Да куда ты опять? Не приходи больше ко мне, а то пришел в дом ко мне в тот раз. Тихо, 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 тихо. Держись, не надо улетать. Как нам, как его столкнуть отсюда, а? Он вообще живучий какой-то. Все, улетел. Атрей, ну ты делов, на твой! Держись, главное, не падай. Как аптечку-то где теперь взять? Еще до верха лезть надо будет сейчас. Поползли. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так? Так, парашют, быстрее, парашют. Парашют, где мой? Ба-бамс! Ничего себе. Сейчас он сюда прилетит. На мост ко мне. Ну-ка давай вылазь, где ты там? Сына, верни. Можешь аптечку по пути какую-нибудь схавать, а? Где там есть чего? Давай, ворота, ворота, быстрее, быстрее, заходи, все. Кто мне тут мост открывает? Да пошел ты, блин, подожди, некогда, не до тебя. Вопрос, вопрос, блин. Смотри, сейчас увидишь, что, для чего это все сделано. Он куда-то... Дело сделано! Ты, дело сделано. Сейчас когда я доделаю дело. Когда мост откроется, вся мощь Асгарда сразу обрушится на тебя. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. Все кончено. Да ну. А теперь я. Давай еще разочек. Так, как вернуть мост обратно? Давай, крути. Пусть там что-нибудь. Давай, вообще разобьем все нафиг. Отвали от меня. Атрей, ты только в меня не стреляй опять, блин. Начинаешь. Послушай меня! Я помогу! Ну-ка, отступись, или я убью его! Ты ведь меня знаешь! Тихо, 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 черт! Все, ребята, все, я что-то разбил там. Ты наделал! Сын! Куда, куда сына-то? Отдай сына обратно! Все, мы улетели, ребята, все. Отцепись, понял ты? Или нет? Отцепись! Сын? Я тут! Не двигайся! Где он? Я не вижу, где он. Надо аптечку насобирать. Ну, дайте хоть одну. Ты мне поможешь? Да помогу, я тебя не вижу, где ты? Конечно, помогу. А, вот он лежит. Сейчас ты будешь слушать, не говоря ни слова. Я твой отец. А ты, мальчик, явно не в себе. Ты слишком горячишься. Ты безрассудный и непокорный. Ты отбился от рук. Я не потерплю этого.
Будешь чтить память матери и навсегда оставишь этот гибельный путь. Еще не поздно. Не думай, что разговор окончен. Мы здесь из-за тебя, сын. Помни об этом. Пора уже повзрослеть, реально, блин. Вернитесь на вершину, выполнено. Так. Ну я не пойму, он же, получается, жив еще этот. Черт, который приходил к нам. Это Хель? Не просто Хель. Это худшее место в Хеле. Верик Хельхейм. Сядем на него. Он проделает лишь половину пути до храма Тюра, но зато хоть отсюда уберемся. Много тысячелетий хранитель моста не пускал сюда смертных. Но ты вырвал у него сердце, и вот мы здесь. Надо же, как все повернулось. Где? Кто там опять? Ах ты! А у меня жизни-то мало, ребята, мало жизни. Атрей, стреляй быстрее, Атрей, стреляй. Давай, стреляй, Атрей. Да ты че, я тебе сейчас броню пробью, понял? А, вот сюда можно, смотри. Сын. Пройти. Так, там что? Там сундук стоит, как туда попасть? Пока непонятно, да? Так, а здесь? Стоп. Это мы куда придем? Это мы куда? Подожди, я где сейчас пробил-то? А, вот к сундуку я как раз пробил. Давай, открывай. Там еще вон один вдалеке стоит. Серебра 2590, ничего себе. Так, здесь что? Давай еще вот эту скалу оббежим по кругу. Так, ничего, все, вперед идем, быстрей. Быстрей. Стоп, аптечку надо где-то раздобыть. Дайте аптечку. Ай, опять они нападают. Атрей, давай, стреляй, все получится. Так, дальше куда? А, еще один тут. Тихо, ты че? Блок. Атрей, ну давай, добей его уже, во. Аптечка лежит вон там, почему я не взял? Мало, конечно, но ладно, хотя бы что-то. Пошли здесь, открываем ворота. Великий Кратос сейчас все разберется со всем, ребята. Это был я. Но мы боги. В смысле, ты уже был мертвым? Все, что захотим. Отвернись, сын. А кто там еще? Кто там ржет? Я сказал твоей матери перед тем, как взял ее. Это был не я. Это был не он. Я бы так не сделал. Тебе нельзя об этом думать. Не здесь. Да. Надо да идти уж дальше. Да. Типа он может убить отца, что ли, получается? Так, давай не будем об этом, пацан, о грустном. Куда дальше идти? Развернись. Здесь что? Аптечку дадут еще, нет? Мне надо еще аптечку. Ладно, стоп. Стоп, здесь что? А, все, наверх, значит. Голова, что это? В Хельхейм попадают не только больные и старые, но и преступники. Хелю нет разницы между нами и теми, кого должны терзать эти видения. Как бороться? Покинуть Хель. Чем скорее, тем лучше. Я не стану брать это в голову. Мимир прав, это иллюзии. Это был не я. Конечно, не ты. Нет. Это тот, кем ты станешь. Да. В дальнейшем. Это я нас вытащу. Но ты меня. Ты будешь слушаться. Понял, пацан? Не такой. Надеюсь. Теперь не мешай. Отойди. Надо еще вторую открыть. Где?
Что там дали? Серебра маленькая. О, аптечка. Не хочу торопить, но быстрее нельзя. Да быстрее и так делаю, чё. Башка, ты чё? Стоп, вот здесь куда там? А, нет, это аптечка. Все хорошо, почти жизни все восстановили. Где еще взять энергию-то эту? А? Как ворота открыть вторую, как печать снять? Ну-ка, вот здесь может? Так, давай осмотрим, где еще может быть? Я не чувствую пальцев. Может, нужно наполнить обе ловушки? Да я знаю, что обе. Где вторую взять-то? Подождите, здесь что? Аптечка. Как обе наполнить? Ну-ка, еще раз, если сюда шарахнуть. Вот она уже не работает, здесь нету энергии этой. Так, где еще? Может, где-то сверху? Где вторую-то взять? Потому что если я сейчас одну забираю, допустим, одну забираю. Да? Все, это закрывается замок. Здесь надо еще энергию. Где взять? Стоп, а как? Может, она где-то наверху осталась? Ее сюда притащить надо. Подожди, ну-ка, как-то все попроще должно быть. Вот это я не пойму, это что-то ветер, что ли, или что? Его раздувает. Так, ну здесь нету, получается, нету второй. Ну-ка, прошаримся. Может, где-то здесь разбить надо что-нибудь, а? Или с обратной стороны швырнуть. Так, ладно, если здесь нету, надо искать где-то еще, может быть, выше, ниже, наверху там. Сейчас стены. Посмотрим. Вон, по-моему, может, наверху что-то дверь? Было. Так, давай. Где я? Я ее где-то просмотрел, получается. Да? Стоп, а там вон... Там как-то можно пройти. Где еще такой сгусток энергии? Вот, нет? Погоди. Спускайся вниз. А, стоп. Надо просто осмотреться. Где-то он есть, по-любому. Где-то он есть. Нифигашечки, ничего нету. Так, а что делать-то? Погоди, может, он здесь где-то остался? Вот! Отсюда я не швырну сюда, поэтому... Нет. Как тогда пройти здесь? Ну-ка, соображай, как сделать-то? Надо две печати этих открыть. Ну, должно же как-то просто решаться, по-любому. Может, что-то сломать надо, а? Ну-ка, давай еще раз побегаем. Не понимаю пока. Может, еще где-то слазить надо? Так. Ну нет, вариант только там идти туда. Вон как туда спуститься? Не, ну это бесполезно, ничего. Так, ладно, идем еще раз. Подожди, что-то где-то неправильно пошло.
Одна штука есть такая, вот. Вон там пониже как-то может быть спуститься или перепрыгнуть. Подожди, подожди, сейчас все решим. Вон, мне кажется, вон я пропустил, там все очевидно. Давай. Вот здесь же знаки эти все расположены. Вот тут надо спускаться. Во! Затуп-то был, вот в чем. Все, на самом деле все просто. Сейчас мы найдем ее. А, стоп, так тут только сундук. Я уж думал, мы нашли, но пока нет. Тогда давай здесь осмотримся, может быть, что-то... А, подожди, ты откуда взялся-то? Дурачок, что ли? А ты где? О, стрела прилетела. Откуда ты вылез-то? Так, ладно, здесь только сундук. И что в итоге-то? В итоге обратно надо лезть. Да, больше тут ничего, никуда не прыгнуть. Не зацепиться. Пошли обратно искать. Не, ну как так-то, а? Так, может быть, еще где-то можно спуститься, что-то сделать. А если стрельнуть? А, подожди, что я туплю-то? Во! Затуп, ребята, все просто решается. Все решается намного проще, я все понял. Капец, такой шестереночки просто не было до этого. Все, забираем и все делаем. Все простяцки. Она задержит просто вторую, и все. Ах, ё-моё, блин, так все просто лишалось. О, ничего себе! Ты кто такой? Атрей, стреляй быстрее, быстрее, стреляй, быстрее! Здоровяк какой-то вообще! Помогите! Ты чё? Ну давай, 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 сможем его сломать или нет? Капец. Дядька сильный попался. Так, стоп, 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 стоп. Мне сейчас будет плохо, больно. Отойди нафиг. Ой-ой-ой, жизни мало. Атрей, давай, чуть-чуть ему осталось-то. Ну, разочек, разочек, стрельни. Все, повалили, прикинь. Аптечку срочно. Пламя хаоса, легендарный предмет. Отлично, все, что нам надо как раз. Вот это супер, все, все. Да куда ты полез, слезь, подожди, еще не все забрали. Ярость восстановить. Еще что-то там лежит, смотри. Добавлен новый совет. Путник Хель. Я думал, хуже путника ничего не бывает, но похоже я ошибался. Его не останавливает даже смерть. Подожди, а мы таких же вроде сражались с таким. Мертвые путники злее и опаснее обычных. Мы, по-моему, бились с таким уже, ладно. Все, нормально. Разобрались, как это открывать. Открыли ворота, все, теперь идем дальше. Он нам не давал тут пройти. Там, аптечка. А, слушай, она то аптечка, то не аптечка. То ярость. Давай. Дальше куда? Слушай, можно здесь пройти, да? Нет, не пройдет. Не понимаю, зачем тогда я здесь разломал, если я не могу здесь куда-то пойти. Стоп, 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 стоп. Давай осмотрим еще раз. Не, ладно, я-то знаю, в принципе, что ворота вот здесь открываются. Я просто думал, мы можем там пройти. Для чего я разломал все? Стой! Кажется, там Бальдер.
Давай Бальдура уже сразимся с ним. Вон он стоит, кстати, да? Так. Нам в любом случае надо его прибить, он оборзел уже. Пошли. Я бы никогда спрячься. На это не согласился. Слушай. Ты не имела права. Я имела право. Я твоя мать. Ты не имела права, ведьма. Нет вкуса. Нет запаха. Я даже не чувствую, жарко здесь или холодно. Пиры, выпивка, женщины. Все исчезло. Но ведь теперь исчез. Ты никогда не почувствуешь боли. Сама смерть над тобой более не властна. Предпочел бы умереть? Лишиться всех чувств? Да. Да. Я бы лучше был. Да. Верни мне все, мать. Не могу. Верни. Верни. Верни мне все. Это уже невозможно. Сын, поверь мне, однажды ты все поймешь. Он сын ведьмы? Ты все поймешь. Давай. Подожди, это, короче, он тоже смотрит сам в шоке там. Нет. Да. Не пойму. Давай. Давай. Ты мне жизнь погубила. Милый, давай, давай. Мы можем это обсудить. Послушай, поверь мне, я знаю, нет. Как... Нет. Так, а куда мне-то? Ну-ка, подожди. Давай! 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 Чё, давай? Тебя прибьёт. Нет, он, это тоже иллюзия, наверное, он как бы... Не мог же он мамку свою прибить. Ну-ка так, подожди. Так, ладно, а нам-то что делать? Сидим пока. Что ты со мной сделала? Фрей, что его ты мать. Со мной сделала? Почему ты молчал, голова? Ты не поверишь, я забыл. Забыл, нифига себе. Сам не знаю, как так вышло. К чему мне утаивать от вас подобное? Мы пришли. Забыл. Но имей в виду, разговор не закончен. Так, ладно, надо будет с ним расправиться. Какой же я трус! Трус. Надо аптечек. Раз, два, отлично. Сейчас еще возьмем. Так, 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 кто уже там? Кто же уже здесь? Ну-ка. На. Давай, подходи. Атрей, давай, стреляй, у тебя хорошо получается. Их сразу несколько. На. Щитом. Скака улетел. Так, давай-ка отойди от меня. У них, кстати, непробиваемые щиты тоже. Если только блоком бить, вот так, блоком. Так, давай. Атрей хорошо стреляет. Спускай еще. Нормально он, когда близко, еще тоже близко атакует. Так что не зря мы ему прокачивали столько всяких навыков. На. Давай, подстреляй чуть-чуть еще. Осталась-то фигня, пару стрел. Есть. Давай, все, собираем, аптечки тоже. Когда я убью тебя, придется многое сделать. Зевс, что ли? Поспешим. Чей голос был? Ледяной кошмар, это кошмар. А, это мы смотрели, короче. Ладно, это, короче, ледяной кошмар просто. Понятно, это мы уже читали. Наверное, здесь надо пройти. Ну-ка, давай, сын, быстрей.
что на нем можно плыть. Воспользоваться кораблем надо. Так. Сейчас, подожди, надо вот этого открыть все. Что? Не мешайся. Ну, отойди нафиг. Сейчас оно все сгорит, не знаю, что там будет-то. Давай пока здесь разворотим все. Что-то падает там, да? Аптечка. Надо быть на нем, значит. Так, давай запустим. А, стоп. Не дают прокрутить. Давай мы это все разрубим. Сделал. Вот парус расправим, и все, и можно плыть. Движемся. Славно. Но помни, корабль одолеет лишь часть пути. Храм Тюра находится наверху колоссального водопада, а мы, увы, внизу. То есть, если даже мы доберемся туда в целости, нам нужно как-то подняться вверх по водопаду. Он великий корабль, и он мог летать. Скидблоднир? Да. Потому что он был так задуман, а этот не был. Другого корабля у нас нет, так что пойдем. Поплыли хотя бы так, до середины. Так. Давай. Ай-яй-яй, чё? Столкнулись, да? Наткнулись на самый большой айсберг, какой я видел. Ну, огонь хотя бы греет. А теперь? Всё, что ли, приплыли? Ну-ка, подожди, что это такое-то? Паром решил. Не мешай отцу. Ты паруса спустил? Надо так. Смотри. Полетим сейчас, понял? Летучий корабль. Дальше что? Ну-ка давай крутанем. Спустил паруса, но они должны. Вот, все, лететь. Полетели. Теперь надо надуть. Сейчас от того, что горит здесь, наверное, все это надуется. Полетим наверх, как на дирижабле. Мы летим! Это жар от огня! Мы вправду летим! Учись. Учись, сын. Так, что там было? Аптечка. Ну ладно, у меня пока полное здоровье. Ненадолго. Ты жди здесь. Где опять застряли? И сделал огромный небесный фонарик. Так, опять что-то крутануть надо. Ну-ка, жди здесь. Нет, не крутануть. А что надо сделать? Жди здесь. А я-то куда должен пойти? А, вот. Ну-ка, давай-ка обойдем здесь. Вот, сундук надо забрать. Все, собираем, нам все пригодится. Да-да, сейчас продолжим, дай мне тут все разбить. А, здесь топор надо, погоди, топор. Ай, погоди, не так. Еще раз. Мимо. Да что ты делаешь-то? Кидай ты его, не держи. Не за... Так. Сюда топор обратно. Еще раз. Еще выше. Блин, мимо. Топор. Еще раз.
Да блин, еще раз. Черт, опять спускаемся. На. Вот так, зафиксировали. И этот... Да блин, не успел. Еще раз. До верха. И шестерню. Все. Так, что мы где оказались? Здесь тоже топор надо, да? Или подожди, клинками. Что надо сделать? Где отцепить надо? А, вот наверх надо. Так, и куда? А для чего туда-то вниз? И мы же там были. Или нет, погоди. Корабль застрял на мосту. А. Но вниз мне не надо же, зачем? Мне выше надо подняться. Погоди, топор дай. Топор, да, сейчас это все уедет. И что-то где-то откроется. Вот, вот, здесь откроется. Вот, правильно. Сундук еще. Ну-ка, давай-ка швырнем туда топор. Так, давай сообразим, что он, почему он застрял, что его держит. Вон там где-то, надо наверх как-то забраться, правильно? Наверх. Все верно, вот здесь. Есть и тут ход наверх. Так, а как... Можно еще выше подняться, допустим, на этой. Если я топором швырну вот туда, попаду я? Ну-ка. Прикинь, я нашел, как найти. Как это, как забраться. Стоп. Кидай. Да как подойти ближе, что ли, вот сюда, или вот сюда? Не видно, куда кидать. Корабль застрял на мосту. Вот отсюда можно кинуть, но... Ну не попадаю. Да как, я же как-то попал. Так, а могу ли я еще как-то встать так, чтобы удобно было? Блин, ну я же попал по ней. Так, ладно, что-то пошло не так. Как еще можно залезть? Это мы залезем, мы туда вниз опять слезем. Ну-ка, ну-ка, как это сделать-то, а? Подожди, а если отсюда кинуть получится, нет? Нет, так не кидает. Блин, ну я же попал по ней как-то, а? Ну-ка, если сюда ползти. Для чего вот эта штука сделана? Чтобы туда быстро сползти, что ли?
А, отсюда больше никак и не спустишься, по идее. Ну, как? Если вот сюда встать, на этот блок, можно подняться, в принципе, наверх. Корабль застрял на мосту. Я понимаю, что он застрял. Мне-то что сделать? Ну-ка еще раз пошли, сползай. Может, там можно все-таки как-то залезть. Не, нифига. Ну туда, если только прыгнуть. Ну а что дает это? Я опять сюда спустился. Так, давай попробуем еще раз кинуть. А, подожди. Стоп, надо, может быть, какую-то середину, так сказать, найти. Так, раз. Нет. Стой. Давай, пока до верха доберемся. Подожди, подожди. Если я сейчас... Мне главное вот сюда попасть, да? А как шестеренку эту зафиксировать еще, а? Ну-ка, подожди, где она там? Погоди, вот так. Ай, мимо, 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 быстрее, быстрее. Есть, вот так. Смогу я залезть? Не смогу, прикинь. Не смогу. А что еще сделать-то? Куда? Топор. Корабль застрял на мосту. Ну вот, опять она полностью опустилась. Корабль застрял. Ну, он туда как-то наверх надо. Там же наверху что-то он застрял. Можешь поджечь что опять, а? Слушай, а вон та крутилка-то моста. Вот я же не крутил ее. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. Может, тут вообще все просто опять решается. Не усложняй. Подожди-ка, подожди-ка. Вот эту штуку, вот. Вот тут-то мы вообще ничего не крутили же ни разу еще, да? Блин, он внизу просто зацепился. Жди меня там. А, вот и все. Здесь просто меня ждал он, короче. Наверху надо ждать. Топор где? Ай, что происходит-то? Меня кто-то бьет, ребята. Кто бьет? Просто льдом фигарит кто-то. Давай, кидай. Еще раз. Да тихо, что ты делаешь? Выходи. Во, получилось. Жди меня здесь. Все просто оказывается, ребята. Атрей. Помочь? Давай вместе. Давай, 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 толкай. Еще, еще сильней. Кто сильнее, Атрей или я? Конечно же, Атрей. Получилось. Мы свободны. Мы-то свободны. Покиньте Хельхейм. Сразись со мной. Кто там? И покончим с этим. Да, сын мой, пора. Нет. Нет, не пора. Снова этот голос. Ты знаешь, кто это? Знаю. Я не знаю. Открытая область. Небеса Хельхейма. На этом, ребята, спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео.
подпишитесь на канал. Поиграем в следующей серии. Всем удачи, всем пока.